Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Клин Лекар, я Иван Макеев. Рад вас приветствовать в нашей постоянной рубрике «Что купить?», где мы разбираем недавно закрытые подборы нашей компании. После выхода предыдущей серии мы получили огромный фидбэк в нашей группе ВКонтакте. Нас просто завалили сообщениями. Хочу сказать всем огромное спасибо. Продолжайте в том же духе. Мы стараемся для вас. Сегодня гость нашей программы — автомобиль за 700 тысяч рублей. Пожалуй, это один из самых популярных поисков на сегодняшний день. Это та сумма, за которую можно купить бюджетный автомобиль, который у вас будет ездить и радовать вас еще продолжительное время. Будут какие-то нюансы, окрасы, дефекты, вложения по технике, но тем не менее рынок преднасыщен предложением бюджетных автомобилей. Как правило, это большинство автохлам, который вы никогда себе не купите. А что внутри этого рынка из хороших и не очень автомобилей, мы сейчас разберем. В данном случае клиент обратился к нам из Санкт-Петербурга за поиском Chevrolet Aveo второго поколения. Двигатель от 1.4, год от 11-го, необходимый кондиционер, пробег максимум 200 тысяч километров. Немного забегая вперед, скажу про наш подбор. Взяли в работу 1 апреля, найден автомобиль 19 мая. Итого ушло 48 дней на поиск автомобиля. Больше месяца. Даже почти уже 2. Проработали 45 вариантов и осмотрено 12 автомобилей. Мы с вами сегодня разберем самые интересные варианты, которые встретились в ходе данного поиска. Так, для тех, кто с нами в первый раз, рассказываю, у нас создается рабочий чат в начале поиска. У нас есть Анатолий, который занимается распределением. Евгений контролирует качество оказываемых услуг. А в каждом чате есть также я, руководитель, контролирую работу экспертов, старший эксперт, специалист по поиску автомобилей и клиент. А в начале поиска у нас создается техзадание. Выглядит техзадание вот так. Далее, после созвона с клиентом, у нас есть 2 дня на проработку объявлений. Все Aveo по Петербургу Алексей проработал. Вот видим некоторые варианты. Например, номер 2 у нас поврежден. Кузов, стрелял безопасности по износу салона. Видно, что использовали в такси. Вот, например, как можно проработать объявление, даже не позвонив продавцу. Тут, понятное дело, мы видим множество дефектов по кузову. Ну, скажем так, она откровенно битая машина. Салон у нас в ужасном состоянии. Видно прям вот эти просаленные мерзкие сиденья. Далее селектор у нас без обивки. И гость программы главный — это вот вместо подушки безопасности у нас вот такая вот залеплена карбоновая пленка. Видно, что на автомобиле срабатывала безопасность, ее никто не восстанавливал. Скорее всего, машина использовалась в коммерции, может быть, подтаксовывала. И максимально бюджетно просто закрыли, чтобы не мозолило глаза. Также видно, что разбирали тут торпеду, то есть очень криво стоит полочка. Машину можно уже отнести к разряду автохлама. Но мы двигаемся дальше. Смотрим другие варианты. Серый салон. Серый салон, опять безопасность, мотор в ремонт, развалился поршень. И вот единственный педагогический дилера. Окрас косметики передних крыльев, течь поддон ДВС, оглапанные крышки. Течи, запотевания будут на этих автомобилях всегда. В целом, это можно сказать про любой выпускной автомобиль. Но про General Motors концерн мы выделим особенно. Антифризы масла всегда будут утекать. А также у них есть болячка с теплообменником, где пробивают прокладку и антифриз смешается с маслом. Если это вовремя не просечь, то можно попасть на дорогостоящий ремонт. Так, мы не будем ходить вокруг да около, рассмотрим автомобиль. По водным 2 окраса, течь поддона и клапаны крышки. Классическая, опять же, история для этого автомобиля. По салону выглядит она намного приятнее, чем предыдущий вариант. Руль затерт, у них он стирается резиновый достаточно быстро. В общем, тачка выглядит очень достойной, вводные данные хорошие, реализуется официальным дилером, и мы выдвигаемся на осмотр. Вот у нас на осмотре вот такой замечательный черный Aveo. Здесь один владелец, 14 год, 120 тысяч пробега. В целом довольно-таки неплохой по кузову. Есть болячки, какие-то дефекты мелкие, не критичные, но выглядит очень даже достойно для Aveo. Ну и цена приемлемая. Но, к сожалению, как и на всех Chevrolet, самая главная проблема у нас — это в антифризе. Вот здесь в бачке у нас плавает масло. Вот видно оно вот там вот. А это нас приводит к замене многих прокладок, выяснению причины, промывки системы, и стоит это недешево. Ну, то есть, грубо говоря, автомобиль сразу дорожает там на 50-60 тысяч рублей, потому что надо будет разбираться с этой проблемой. И здесь стандартно течет клапанная крышка с этой проблемой, разбираться. В общем, со всеми болячками этого мотора, может быть, на круг выйдет там вообще 70-80. Ну,
и так далее, 1000 рублей. Стоит ли овчинка выделки? Тут каждый решает сам. Но на большинстве машин с этим мотором это стандартная проблема. Да, состояние вы только что видели сами. Типичная GM-овская машина. Но мы двигаемся дальше. Далее вариант у нас от частника, нет автосалона. 649 тысяч он когда-то стоил. Он также позже проданный. Видимо, гниющий капот, разнотон по элементам. На этом, кстати, его хорошо видно. Фото видно также, что сделаны частным лицом, не перекупом. Перекуп себе такого не позволит. Салон достаточно приятный. В общем, как будто бы множество окрасов, но надо смотреть по факту. Мы заказали автотеку, был ДТП, есть расчет стоимости ремонта до 150. Первая выплата, дверь боковина, замена дверь, облицовка крыши. Следующий автомобиль, который был проработан Алексеем, тоже GM, но уже можно его назвать альтернативой. Хотя, если быть честными, Круз, альтернатива Авео, ну, сложно сказать, технические машины идентичны. Так, у нас было юрлицо технопарк до 2015 года. ДТПшка с серьезными повреждениями, вся морда у нас красная, был в ДТП, и выплаты у нас, кстати, отсутствуют. Выплат нету, а машина у нас снята с регистрации. Так, в 2019 году продавали, машину купил в 2015 году у компании, единственное, что не так, есть потертость на крыле, я студент, продаю, чтобы оплатить учебу, иначе бы сам так и ездил. Вот какой, с благими намерениями продавали этот автохлам когда-то, ну, возможно, тогда еще он автохлам не был. Да, мы столько объявлений проверили от собственников, от салонов. Неужели нету нигде площадки, где можно посмотреть реально проверенный автомобиль? На самом деле есть место, где можно купить проверенный автомобиль с честной диагностикой, с честной ценой от собственника. Это наш телеграм-канал SellCar. Так, у нас продается универсал, а я люблю универсалы, это многие знают. 870 тысяч рублей. Очень интересная цена. Ford Focus на роботе. Можно посмотреть в комментариях автотеку. И даже не надо покупать автотеку, она уже куплена. Она здесь отличная. Отлично, есть видеообзор самого автомобиля от Михаила Огонькова. Михаил Огоньков, я тебе ставлю огонек по кузову, по техчасти. Также Михаил нам подробно рассказывает все состояние автомобиля, без приукрасов, все как есть. То есть у нас автотека, видео кузова, видеотехники и есть диагностика подробная. Офигеть! Окрасы, дефекты, показания толщины лакокрасочного покрытия. Подписывайтесь на наш телеграм-канал SellCar. Так, следующий автомобиль, который мы рассмотрели, это Citroёn C4. Машина, пожалуй, одна из самых комфортных в своем классе. За деньги 700-800 тысяч рублей, пожалуй, комфортнее, чем это, ничего не будет. То есть тут будут все плюшки французов, естественно, будут климаты, будут круиз-контроль. То есть это та машина, которую можно взять в хорошей комплектации с хорошим достаточно комфортом. Да, но мы не говорим про плачевные известные моторы EP6 с их болячками, масложор, ресурс цепи ГРМ. Хотя, в принципе, при хорошем обслуживании люди достаточно долго ездят на этих моторах. Да, и у нас есть клиенты, которые продолжительное время ездят, и все у них окей. Мы пробили этот Citroёn по базам и увидели, что есть лицензия такси. В 2014 году была активная лицензия, сейчас ее уже нету. Продавец сообщает Алексею то, что лицензию таксовал много лет назад периодически. Клиента это не смущает, но наш эксперт сразу предупреждает о том, что это может повлиять потом, через несколько лет, когда автомобили вы будете продавать. Поэтому, да, тут есть такой момент. Вы можете сейчас купить автомобиль, он будет действительно хороший, он не будет доставлять вам никаких хлопот. Он будет стоить дешевле, чем аналогичные такие же машины на рынке. Но потом, когда вы будете его продавать, вы можете столкнуться с тем, что будет очень мало звонков по этому объявлению, очень мало желающих купить именно из-за того, что он уже, скажем так, испорчена история. Вот. Либо расчетами большими, либо лицензией такси. Тут каждый выбирает сам. С одной стороны, вы сильно сэкономили, с другой стороны, продажа через несколько лет будет достаточно сложной. Но клиент решил посмотреть данный автомобиль, и мы, естественно, не могли ему отказать. Так, у нас машина припыленная, поэтому какие-то моменты будут не видны. Скорее всего, по гарантии крышку багажника красили, она у нас косметика. Вот здесь вот жучочки полезли под этой планкой, стандартная история. Здесь вот притертость, вот она идет отсюда, вот сюда, на переднюю дверь. Ну, не мешало бы почистить салон, потому что он прям грязный. Руль 177,
салон. Здесь спереди как бы по приборам очень даже все неплохо. Здесь на педалька сточена, мне кажется, больше, чем на юге. Здесь у нас по бамперу мелкие царапины, практически не видно из-за пыли. 350 микрон, вот это крыло. Град, все вижу. Покрышил куча-куча мелких метин с града. Многочисленные сколы на нем, что нам говорит о том, что машина большую часть времени передвигалась по трассе. А лобовое у нас менялось, это Бенсон. Ну, фирма хорошая, в 2019 году. Резина летняя есть, но тут практически ее, ну, она уже укатанная, назовем так. Ее надо будет менять. Новый комплект 20 тысяч стоит. Диски там истертые, но колодок еще довольно-таки много, поэтому диски надо будет менять, когда колодки подойдут, а это 20 еще пробег. Болячечка водительской двери. Тем более здесь вот такой огромный скол, вот так это изнутри выглядит по кромке. Ну, то есть сугубо эта дверь будет гнить, ну, не знаю, еще 5-7 лет, потом ее менять. А, лето 4 стеклоподъемника, складывание зеркал, электрогравировки, подогрев. Сиденье, к сожалению, здесь порванное, промято. Но подогревы есть у нас. Педальки вот так выглядят. В принципе, для механики хорошая комплектация с круизом. Парочку царапин на этой двери. Скольчик на крылышке. Задний диван в очень таком приятном состоянии. Диски там изношены примерно как передние. Колодок еще много. Тоже, скорее всего, диски подойдут, надо будет поменять. Тут какой-то на бампере притир. Но вот здесь у порога тоже чуть-чуть. Крышка багажника в родном окрасе. Но у них есть болячка, об этом все знают. Как она развивается, ее иногда по гарантии меняли. Здесь ее не меняли, потому что нет следов съема. А болячка у нас развивается вот в этом месте. Вот здесь лампочка, кстати, пригоревшая, куда-то потерялась. Тоже корпус недорогой, надо поменять. Ну и вот по порогу немножко пескоструилось. Это, к сожалению, история часто. У Ситроянов никто не ставит брызговики. Вот, и надо бы по-хорошему просто порог зачистить да покрасить. Ну, в общем, лицензия такси оказалась не самым печальным, что есть в этой машине, как вы видите. И, вероятнее всего, ее никто не обслуживал. В общем, автомобилем мы ставим вот такую отметку и двигаемся дальше. Тут был еще один осмотр, сразу же C4-го. Ничего интересного не было обнаружено. Нюансики были, продолжили поиски. Поэтому заострять внимание на этом автомобиле я бы не стал. И следующая позиция у нас — это Opel Astra J 1.4 турбомотор, который не славится своей надежностью. Есть у него болячка — это трещина на поршневых кольцах. И от этого уже дорогостоящий ремонт поршневой группы с расточкой цилиндров. Проблемы вездесущие. Часто всего проявляется с пропусками зажигания. Потом при диагностике двигателя можно это определить как провалы по компрессии. И, в общем, машины эти, к сожалению, долго не ходят. Но, тем не менее, вводные данные автомобиля хорошие. По автотеке у нас была в ДТП, в желтой зоне у нас задняя часть бампера, крышка багажника. И вот по красным отмечено у нас левое крыло, передний бампер. Продавец нам также и заявляет, что фара, оба бампера и передние крылья с коррозией по низу. То есть вроде бы как ничего серьезного нету, надо смотреть. Видно, что бампер менялся, он очень свежо выглядит, практически без сколов, новенький. Вот эта фара и ПТ, видно, менялись, они, видите, какие. Чтобы как-то разнообразить, я бы вот эту правую фару и ПТФ-ку повернул бы и закатал бы все в пленку, как-то сильно не бросалась бы вот эта разнотонность фар. Лобовое менялось, стоит Китай. Все остальные остекления в круг родное. Здесь маленький такой скольчик надо будет подмазать. Резина летняя, задняя получше, передняя резина чуть побольше изношена, но вот до конца сезона, я думаю, она докатает. Диски тормозные относительно недавно менялись, там у нас колодки практически новые, тут чуть бордюрка, колпачок надо будет пластиковый, ну и вот стандартная болячка, вот эта история натирает. Вот так вот по крылу, и тут немножечко на порог. Выглядит, кстати, по салону неплохо руль. Прям приятно. Салончик в чехлах. Я думаю, сиденье там хорошо, с ними все. Вот, есть пару вмятинок с той стороны. Не знаю, камера покажет, не покажет. Таких отградов мелких практически не видно. Вот здесь пластик притерся. Вот неприятность такая неприятная. Вот здесь вот такая царапина. Сильная ЛКП она не повредила. С вмятиной. И вот такая легенькая притертость. Ну, в принципе, все. Ну, и здесь стандартная история. Здесь порог подкрасить, точно подкрасить переднюю арку. А здесь тоже скольчик. В общем, Astra оказалась полной шушлайкой. Горит чек из-за давления турбонаддува. Задняя панель у нас менялась. То есть это не только бампер, а сзади въехали по полной программе. Разнесли автомобиль и точечный ремонт порогов. В общем, такой автомобиль покупать не нужно. Opel Astra, но уже предыдущего поколения H,
как правильнее. Напишите в комментариях, как правильно. Так, 1.8 на 140 лошадиных сил – это атмосферный мотор. В целом ходовой, ходит долго, кроме автоматических коробок. Ну да, на автомобильной механике. То есть уже начали смотреть автомобили предыдущего поколения. То есть Джейка уже отпустили. Теперь смотрим аж. Но, тем не менее, тачка выглядит очень бомбезно. Это трехдверная купешка. Скорее всего, вся открашенная, с минимум дефектов. Но для машины ее возраста, то, что она окрашена, это круто. То есть, если мы говорим, например, про тот же Opel, да и не только Opel, на самом деле, если машина у нас 2006 года, а пугаться окрасов, это очень странно, мягко так скажем. Выглядит она очень хорошо. Салон также прекрасно сохранился. Вероятнее всего, левая боковина у нас перешита. Она прям выделяется очень заметно, скажем так. Плюс пробег 242. Ну, вероятнее всего, перешита и не одна боковина. По водным от продавца у нас что? Заменен ГРМ. Заменены свечи, всякие различные датчики. Без пояснения какие. Серьезных вложений нет. Едем, смотрим. Так, внешний вид, понятно, мы все знаем, что кузов у нас окрашен, покрасили хорошо, вопросов нет, потому что человек занимается маляркой, ничего тут добавить нечего. Фары у нас переделаны, там линзованные, соответственно, небольшие это пленочки мат, темненькие. Родной бампер, но красился, вот видите, немножко зазор, он много раз ремонтировался, зазор не встает. Крылья передние с разборки куплены, покрашены, стоит там проставка вот на вот этих, соответственно, колеса. Тормозные диски в круг новые, вопросов тут по ним нет. Это у нас 18 года, еще в хорошем состоянии. Лобовое стекло не оригинал, оно менялось. Вот, салончик вообще к нему не придраться. Единственное, выглядит прям отлично, что здесь, понятно, вот эта ручка КП поменялась, что водительское сиденье. Единственная проблема, надо будет заниматься ВИН-номером, надо съездить на экспертизу, это стоит 30 тысяч рублей. Он читаемый, но он в коррозии. Его по-хорошему сейчас, пока он читаемый, надо перенести. Стоит это 30 тысяч рублей, его обычно переносят вот сюда. Вот сюда его набивают. Вот недавно видел на Мазде Джашки, там такая же проблема. Сюда, собственно, переносят. Наклейка на месте. Вот. Здесь вот часть порога под этим пластиком снизу менялась, сгнила. Понятно, тут в основном у нас все в косметике. Ремонтик небольшой был вот здесь, вот по задней крышке багажника. Задние фонари у нас в пленке. Пленку придется содрать, потому что за деньги мрыло из-за этого не поставить. Ну, вот стандартная история. Ну, и здесь все покрашено. И был ремонт порога. Вот здесь был ржа. Вот это место все ремонтировали. Руль отлично смотрится. Там очень аккуратно перешит. На одометре 242. Педальки, понятно, накладки менялись. В принципе, да и все. Добавить-то нечего. А, заднее стекло тоже у нас менялось. То есть у нас получается вот это стекло менялось и заднее стекло менялось. В принципе, и все. Итого, что и требовалось доказать, весь кузов автомобиля окрашен. Окрашен в целом неплохо, как вы только что видели. Есть куда приложить свои руки. В целом тачка живая, но то, что у нее сгнил ВИН-номер, это очень и очень плохо. Это либо очистка, если очистка поможет, опять же, это игра в лотерею, если вы такой автомобиль покупаете и потом едете на экспертизу, у вас каких-то символов не хватает, ну, они бывают коррозируют так, что чистка ничем не поможет. Это экспертиза, это деньги, это время, это нервы. Потому что если машина экспертизу не пройдет, это уже не автомобиль, а просто гора запчастей и то, которыми вы не можете нормально распоряжаться. Вот, у Astra H это болячка на моторном щите, у них расположен ВИН-номер и часто он отгнивает. Поэтому при покупке Astra H это, пожалуй, одно из основополагающих, что нужно осмотреть в первую очередь. Если ВИН-номер в хорошем состоянии, осмотр можно продолжать. Но это лично мое видение. И поэтому такой автомобиль мы клиенту предлагать не будем. А считаете ли вы Astra оптимальным вариантом за 700 тысяч рублей? Может, у вас есть какие-то другие идеи? Может, другой автомобиль можно купить за 700 тысяч рублей? Напишите в комментариях, какой автомобиль за 700 тысяч рублей вы бы купили. И самому пролайканному комментарию за месяц с момента публикации видео от меня будет гарантированный подарок. Дерзайте. Но нам не хватило General Motors, мы хотим еще один Opel и уже снова Джейка GTC. Это купешечка у нас трехдверная, снова на турбомоторе, который не самый
хороший, не самый надежный агрегат, ну хотя бы на механике. От собственника автомобиль тоже уже нашел своего счастливого, ну или, наверное, не очень счастливого покупателя. Вот такой махровый коврик на сиденье, руль у нас обычный резиновый, но на пробег 225 он не тянет, он выглядит свежее, но опять же, это смотря с какого ракурса я сейчас наблюдаю, здесь все выглядит прям как будто бы он недавно заменен. Ну ладно, это все у нас мелочи. Смотрим базы, базы у нас чистые, 211 тысяч, 2 техосмотра и 4 владельца. Последний у нас владеет 1 год, 283 дня. Отметки о пробеге не так много. По водным данным окрашен практически весь кузов, есть пару дефектов, красили его, как говорит собственник, от сколов. Ничего критичного, едем смотреть. Ну что, темнота. Понятно, что какие-то моменты можем чуть-чуть не заметить, но из-за того, что машина покрашена, все более-менее неплохо. Зазор еще чуть-чуть побольше, чем должен быть с завода. Но это, в принципе, понятно, потому что у нас туманки уже такие уставшие. Вот здесь вот такой притир на бампере. Подмазали крыло. Ну и крыло здесь вот снизу уже лезет вместе с порогом. Надо крыло, порог перекрашивать. Резина старая, шипов нету, ее на помойку. Над лобовым стандартная история. Подмазано все. Кузов восстанавливать нам придется. Я не знаю, чего мы от этого автомобиля ожидаем. Я, если честно, примерно такое состояние и ожидал увидеть. Здесь подмазано, вот там подмазано гниль. Сиденье красивенькое. Подлокотник не оригинал, КПП, вот в таком состоянии, скорее всего, ручка Минина. Педальки вот такие. О, жалеет кольца. Не забываем, у нас вся сторона левая покрашена, 350-400 микрон. Вот здесь на стыке опять все лезет, скоро надо будет тоже арку подкрашивать, потому что вон она бескоструется постепенно. Диски там износ процентов 30, не больше. Какие-то минимальные моменты есть. Вот видео таких царапин. Царапина у нас вот здесь вот на фонаре. Камера у нас китайская. Здесь моменты. Крышка еще ничего. Ну, скольчики, это все понятная история. Сзади бампер тоже, кстати, клево. Это весь зазор большой. Здесь пока нет. Здесь у нас по этому крылу ремонт. Ремонт начинается вот здесь, вот пятно огромное. Вот здесь огромное пятно. Здесь были вмятины. Порог тоже немножечко такой. ВИН номер там у нас все хорошо с ним. Еще покажу. Не как на Ашке, который я смотрел. Вот, когда в состоянии. Еще живой. Слава богу. Крыло у нас здесь тоже вот так летит. Дверка и порог. Ну, юбка, это понятно. Юбка всегда страдает здесь, потому что она очень низкая. Юбка всегда. Туманку тоже поменять. Весь двигатель в масле, в потеках антифриза. Противотуманку под замену, но это просто мелочь. Короче, за тачкой особо не следили. То, что красили от сколов, ну, может быть, да. Из всего подбора, что Алексей посмотрел, я эту машину увидел как самый мертвый, самый необслуженный, с самым огромным количеством дефектов автомобилем. Это именно эта машина. Мы продолжаем поиск, уже 2 мая. Столько машин смотрели, и вот вроде вот-вот. И скоро будет та самая машина, которую выбрал наш клиент. Потому что, как я вам хочу напомнить, 19 мая мы закрыли этот договор. Клиент счастливо уехал на новой машине. Может быть, это будет следующее. Следующий автомобиль у нас Renault Megane. 1,5 литра дизель. Автомобиль в целом хороший, надежный. И из основных болячек у него это вкладыши. Где-то в пробеге ближе к 200 тысяч меняют вкладыши. И автомобиль ездит очень долго и проблем не доставляет. И скелета в шкафу данной связки Renault Megane 1,5 литра дизель механика. Это то, что эти машины с таким двигателем не поставлялись к нам. Они все ввезены. И, соответственно, проблема в пробеге. То есть большинство из них скручены. Блок фиксирует, но особо доверять этим данным не стоит. То есть крутит их очень хорошо. Базы, в базах, естественно, будет все так же честно. Большинство из них, ну, где-то 1000 на 60, на 70, то 100, то и больше скручены. Вот это тоже как бы надо иметь в виду.
Ну, в общем, конкретно данный автомобиль у нас продает частник. Опять же, фотографии также типичного частника. Ничего не понятно по ним. Две фотки. Одна фотка салона. Салон в целом выглядит неплохо. Но, опять же, потому что можно увидеть на фотографиях девушки. Томир, кстати, тоже уже у нас продан. Базы смотрим. По базам у нас одно участие в ДТП. Рено Меган и автобус Ютен. По вводным данным у нас замена заднего бампера, левого бокового зеркала, окрас переднего левого крыла левых дверей. По цене скинет 30-40 тысяч. Можно смотреть. Так, ну по кузову выглядит довольно-таки хорошо, потому что у нас здесь хоть и были окрасы, у нас красился бампер, потеет эта фара, красилась вот эта вся сторона с проемом здесь вот немножко. Естественно, не вырезали. Весь салон такой в прокуришах, назовем так, в дырочках, хоть и довольно-таки чистенький. Вот, двери эти красились. Вот здесь вот тоже немножечко прокурено, вот хозяйка. КПП у нас вот так вот выглядит. Ну, то есть по салончику очень даже он и неплох. У нас на зимней резине стоит в хорошем состоянии. Капот родной. Лобовое у нас менялось, но у нас осадывается не 9 года, 11, но в целом неплохое. Фары у нас все хорошо светят. Тормозные диски, диск передний в отличном состоянии. Здесь у нас крыло крашеное, дверь это нет. Вот эта дверь крашеная, крыло это крашеное с ремонтом. И крашена у нас, кстати, крыша тоже ко всему. То есть у нас здесь на всей машине не крашено, только 2-3 элемента. Я уже, если честно, даже могу упутаться, что тут не крашено. Горит у нас здесь чек. Там по датчику давления турбины надо разбираться. Ну, в общем, по мотору все надо разбираться. Горит у нас из-за этого подушка на приборке. На приборке у нас 262 тысячи. Вот. Ну, а по электрике все работает. Все нормально. Ну, а, кстати, ну вот, затерто немножечко. В принципе, выдает пробег свой. Задние и передние диски, они практически, ну, вот задний изношен процентов на 30-40. Передние там новые. Но резина тут фрикционная, она не ездили. Вот. А, крышка багажника у нас тоже не крашеная. То есть, получается, капот, крышка багажника не крашеная и парочку дверей. Все, 4 элемента и крашены, все остальное по окрасе. Прогретый мотор, немножко послушаем, как он по звуку работает. Фара у нас оригинал. Бампер красен. Ну и как мы с вами ранее обсудили уже про их болячки с мотором, здесь эта проблема присутствует, то есть надо снимать, менять вкладыши коленвала, а также ошибка по блоку безопасности и горит на панели как раз таки ошибка по аэрбэгам. Много красок с ремонтом по задним аркам, прожженные сиденья от сигарет и коррекция по форсункам не в норме. Форсунки можно на этом автомобиле посмотреть. В общем, вот такой вот Меган с сюрпризом. Причем, что интересно, выглядит опять же, ну, сначала как будто бы неплохо, но при детальной глубокой диагностике можно понять, что скоро потребует очень больших вложений. Далее у нас снова проработка по Ситроенам, то есть периодически в ходе поиска эксперт также присылает варианты, которые не рекомендованы. Если клиент хочет видеть полную картину на рынке, мы ее также предоставляем. И опять такси. Все в целом до миллиона, когда мы смотрим машину, слово такси, ДТП, расчеты, запреты, они будут встречаться очень часто. Ну, к сожалению, это так. Пойти купить вот так вот автомобиль за эти деньги сейчас не получится. Так, но у нас приближается дата к выдаче. Итак, мы переходим к ВАГу с мотором 1.6 на 102 лошадиные силы. Это у нас мотор BSE, эталон надежности, есть, конечно, свои огрехи. В целом, ходовой мотор. Так, давайте посмотрим машинку у нас с климат-контролем, с штатным ваговской мультимедией. Выглядит внешне очень хорошо, аппетитно, сочно. Если найти такой автомобиль в хорошем состоянии, то будет радовать вас очень долго своим комфортом, ездовыми характеристиками. Но это если мы не говорим про атмосферный. Сейчас мы как раз-таки говорим про атмосферный. Ха-ха-ха. База у нас опять хорошая. Два владельца. У нас первый с 2013 года. Сейчас проверим автомобиль 2012 года выпуска.
возможно, также был у нас ввезен. За 900 тысяч его выставлял собственник, офигеть. 222 тысячи пробега, 1.6 атмосферы на механике. Хотел человек за него 900 тысяч. Ну, теперь понятно, почему он так долго продается. Ну, теперь уже как бы 730. Ха-ха-ха. Так, мы... база хорошая, по объявлениям машина вкусная. По вводным данным от собственника у нас окрас правых дверей, крышки багажника, заднего бампера, заднего левого крыла. И говорит, что, возможно, еще до него что-то красили. По технике следили, сейчас делать ничего не надо. В общем, это ВАК обслуженный, который классно выглядит и стоит 700 с копейками. Ну, сейчас 730 на момент съемок этого видео, до этого он был дороже. То есть начиналось с 900 тысяч. Едем на осмотр. Так, пробежимся по кузову. Естественно, возрастные какие-то болячки у нас присутствуют, нам не деться. Это ВАК, но в целом все не так и плохо. У нас капот не красился, но вот такие вот сколы многочисленные, оцинкованные, поэтому ничего у нас происходить с ним не будет. Вот, по-хорошему бы его, может быть, покрасить, но не знаю, стоит ли вообще торопиться в этом плане. Вот эта туманка у нас не светит, но она уже такая пескоструйная. Эта фара еще ничего, а вот эта фара такая уже, к сожалению, запотевшая. Тут его надо ее снимать, либо менять вот эту часть, либо полировать. Ну, в общем, это надо заняться этим вопросом. Здесь лампочки светят. Это у нас меняли, это не оригинал. Бампер немножко в сколах. И, в принципе, все, что можно добавить. Вот здесь вот царапинка. Шины летние в отличном состоянии. Диски передние новые стоят. А, получается, у нас красили эти две двери. Здесь была глубокая царапина, вот здесь вот легенький ремонт. Ну, и мелкие царапины, они сейчас, к сожалению, тоже присутствуют. А, вот эта штука появилась, говорит владелец, стояла машина, не знаю, кто-то походу зацепил. Здесь небольшая вмятина и вот скотчик. Ничего страшного, с этим поделать не надо, подмазать и живем. Вот, проемы все у нас родные. Так, сейчас я попозже открою, она у нас на центральном замке. Я нажал кнопочку. То есть у нас водительская может открыться, остальные не могут, пока не нажмем кнопочку, вот эту. Вот. Салончик, она прям очень приятная. Это для меня прям удивляет. Чистенькая, ухоженькая. Кондиционер работает, подогрев осенний работает. Подогрев стекла и так далее все работает. Единственный косяк с левым боковым зеркалом. Там механизм работает сам, но не всегда само зеркало крутится. Подзакисло. Но как моторчик там работает, когда нажимаешь грибочек на левом зеркале, все это дело слышно. Вот. Пороги, в принципе, прекрасные. Задние у нас тоже сиденье тут чистенькое, здесь все хорошо. Походу дела здесь сзади-то и практически никто не ездил. То есть добротный такой Гольф 6. А, сзади резина тоже хорошая. Это у нас 17 год выпуска, 16 радиус. Здесь тормозные диски со износом процентов на 30, но там колодки почти новые. В общем, менять не надо, долго. Задний бампер красился, видно. Крышка багажника красилась, она в косметике. Багажник здесь чистенький, да как там почти не пользуюсь. Со съемом аккуратно это все делаю. Проемчики здесь нормальные. Ну и здесь тарамента практически нет. То есть получается у нас две двери. Крышка багажника. Бампер я вообще не считаю. И вот покрашено в косметике это крыло и эта дверь. Вот. С маленьким ремонтиком вот здесь парки. Ну по резине, по дискам все то же самое. Но и состояние в принципе там только такое же. Так вот выглядит водительское сиденье, не затертое совершенно, руль, в общем, все 222, 100% ее, причем в очень хорошем состоянии для этого пробега. Вот, по стеклу какая-то неприятность, непонятно. Человек говорит, поставил, ушел, приходим, вот здесь вот такая трещина, вот отсюда она идет, и вот сюда, вот сюда, вот сюда уходит. По-хорошему вот здесь вот ее засверлить, но что-то она встанет. Но вот неприятно, причем как-то под дворником она вот здесь вот, как будто кто-то колонул, не знаю, по камерам найдем, не найдем этого нехорошего человека. Ну и стандартные скольчики над лобовым, тоже вот подмазанные. Возьми все, подмазать, тоже оцинкованный кузов. В принципе, все, что можно по нему сказать. И как бы вы не удивились, по кузову он действительно неплох. И в целом машина живая. Есть косяки, да, есть небольшие косяки. Есть чем заняться по кузову, по технике. Но при том, при всем, для своих лет машина сохранилась хорошо. И видно, что за автомобилем следили. И мы двигаемся на подъемник. В общем, надо заняться задней подвеской.
по-хорошему все остальные блоки, рычаги поперечные, продольные, за исключением лодочек, заменить. Поменять антифриз, тормозную жидкость. В общем, сделать крупное ТО и обслужить заднюю подвеску. Для цены 740 тысяч рублей это очень хорошее предложение. Да, сейчас на момент, когда мы снимаем видео, продавец уже опустился до 730 тысяч рублей. Начинал он с 900. И на тот момент, когда эксперт осматривал данный автомобиль, а было это ровно месяц назад, по цене он готов был дать за 740 тысяч. Вполне возможно, что за, допустим, условные 700 тысяч рублей в том состоянии, которое вот машина сейчас есть, могли купить данный автомобиль. Но клиент решил продолжить поиски и смотреть дальше. Хотя, как по моему мнению, автомобиль реально достоин внимания. Возможно, не за 740, не за 750, а уж тем более не за 900 тысяч рублей, но за 700 с небольшими копейками взять можно. Я бы взял. Итак, друзья, в данном поиске мы рассмотрели автомобили всех крупных концернов, что сейчас есть. Это и VAC, и Peugeot Citroёn, и General Motors. В общем, все. Но вылетает интересный вариант, это Kia Cerato, автомобиль C-класса, попрошу на секундочку, от собственника, выглядит шикарно, выглядит реально очень хорошо, у корейцев очень слабое ЛКП, в условиях Санкт-Петербурга и с их лакокрасочным коррозия будет всегда. Вот здесь я детально изучаю, смотрю фотки, все шикарно. Продает собственник, чехлы, чехол на руль. В общем, видно, что машину любят, за ней ухаживают, и, скорее всего, она будет реально достойная. Смотрим базы, но по базам нюансики есть. Был ДТП, расчеты и был кузовной ремонт. В Тульской области расчет стоимости ремонта 10, 20, 40 тысяч. Ну, не совсем критично. Боковина задняя, левая, дверь задняя, левая. В общем, раз, два элемента у нас по расчету, пока только по расчету мы не знаем. Крыло переднее левое. В общем, левая сторона у нас получала. Облицовка бампера, решетка радиатора, СУ. Так, в принципе, больше ничего нету. Да, есть нюансики, я не скажу, что это прям гиперкритичное, но на это все будут всегда обращать внимание. 192 тысячи пробег, 1.6 на механике. По водным данным от владельца, машина фактически 3 года стоит, не ездит, по 1000 км в год средний пробег. Окрашена левая сторона, по технике все ок, сопливый топливный бак нужно менять. Все, выезжаем на осмотр. Итого, окрас левой стороны с пятном ремонта на арке переднего крыла, окрас правого порога с ремонтом, по мотору запотевание передней плиты ДВС и в целом больше ничего нету, то есть, опять же, машина обслуженная, хозяйская срата. По подвеске потекает топливный бак, если залить до конца, как нам и говорил продавец. Также из замечаний люфт рулевой рейки, что также часто присутствует у концерна Kia. Пригрел лампочки под цвет госномера, лампочка в салоне под плафон. То есть ремонт лампочек в пределах 100 рублей. Шикарный вариант, мы на нем пока остановились. Далее согласован с клиентом осмотр на подъемнике. По замечаниям начального слоения передних сцепных блоков, передних рычагов. За ними надо следить, менять прямо сейчас, как мы видим, не нужно. Просто иметь в виду при следующем ТОшке ревизию. Сделан антикор под дищу, что, кстати, тоже очень большой плюс. В общем, состояние сел, поехал. Заменить топливный бак, найти аналог пластику и больше никогда беспокоить не будет. Как все мы и хотим. Перепроверил автомобиль Михаил Анатольевич Огоньков, старший уполномоченный эксперт компании Клиникар по особо важным подборам. По дополнениям локальный ремонт кромки крыши лобового, это вероятнее всего закрашивали жучки. Локальный ремонт задней левой двери, заднего левого крыла, закислая чинка замка двери у водителя, стандартная история. Не сработал обогрев зоны щеток на лобовом, небольшой прожог на ковролине. И на горловине радиатора осадок, эмульсия, это из-за того, что смешивали антифриз. Антифриз лучше поменять. Так, эндоскоп клиент решил не делать, а это очень опасно на корейцах, между прочим. Ну, ладно, не будем напугивать, мы видно, что автомобиль у нас действительно хорошо обслуживали. Дополнения по перепроверке не критичные, удалось согласовать еще 10 тысяч скидку и второй комплект колес на дисках. Колеса стоят очень дорого, поэтому торг тут даже бы без денег, а только колеса было бы очень кстати. После у нас контрольная проверка по базам, ГИБДД обязательно проверять, были случаи, что автотека не подтягивает какие-то данные с ГИБДДшной базы. Бывает, что там баг системы и она не
там, указывать 4 хозяина вместо 5, которые показывают базы ГИБДД. База ГИБДД – это первый источник, с которого ТД как раз эти данные берет. Поэтому у нас по регламенту строго перепроверка в день сделки по всем базам. Это ГИБДД, это ФССП и это реестр залогов. Забираем вот такой Серато, беленького цвета, 10-й год, 4 владельца, 192 тысячи пробега, 755 тысяч рублей стоит. Есть вот такая по левой стороне у нас, в основном косметика. Была такая длинная притертость на механике, максимальная комплектация, которая может быть, но в очень достойном ухоженном состоянии. И салон, и техника, по технике вообще ничего делать не надо. Два комплекта резины на дисках. Такая вот летняя хук. Есть еще зимняя. Итого, в течение 48 дней наш эксперт тщательно прочесывал весь рынок по автомобилям в пределах 700 тысяч рублей. Также рассматривались автомобили дороже за 730, 740, 750, 755. И данный Церата стоил 765 на Авито. После всех проверок и диагностики мы согласовали скидку 10 тысяч рублей и второй комплект колес. Кстати, колеса в очень хорошем состоянии. А колеса в наше время стоят очень больших денег. Итого, что я могу сказать. Если вы хотите автомобиль с минимальными вложениями, он всегда будет стоить дорого. Про данный Церата я такого сказать не могу. А если мы берем в совокупности состояние автомобиля и посчитаем, сколько мы потратим на дальнейшее обслуживание, это поменять масло, фильтра, там обслужить подвеску, если бы она требовала такого на данный момент, это купить резину, колеса, страховки и прочее, суммы бывают реально большие. В данном случае нам очень повезло, что автомобиль ездил последние года очень мало, за ним хорошо следили, и мы выбили второй комплект колес. Друзья, огромное спасибо, что были с нами, досмотрели данный ролик до конца. Пишите в комментариях, какие бюджеты автомобиля вам было бы интересно рассмотреть. Мы рассмотрим эти подборы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал Cleanly Car и группу ВКонтакте Cleanly Car. Ну а с вами был Иван Макеев. Огромное спасибо, что были с нами. Всем пока.